Друзья, доброго здравия! С вами Майтрей, наше видео. Что сказать? Счастье в потоке, в моменте. И когда мы ощущаем этот поток, это состояние настоящего момента, то как раз и ощущаем это счастье. Его невозможно нарисовать или заменить какими-то благами, цивилизацией, какими-то вещами, которые там, будь то улыбка, объятие, поцелуй или какой-то подарок или еще что-то. Потому что, когда я счастлив, я просто ощущаю это. Я ощущаю, что у меня внутри легко, радостно, спокойно, комфортно, весело. Можно подобрать множество разных слов, но в целом это все говорит о состоянии любви, комфорта, принятия, спокойствия. О том, что нету каких-то раздражающих факторов. Вот. То есть поэтому счастье – это естественное состояние человека. И мы можем быть счастливы постоянно, находясь в моменте и проживая этот момент счастья. Поэтому, когда мне говорят, что эта игра создана таким, чтобы делать людей несчастными, то я не верю в это. Да, может быть, у кого-то и есть такое желание, у сил каких-то воздействия. Но в целом я считаю, что эта игра для того, чтобы быть счастливыми. Для того, чтобы каждый из нас был счастлив, и мы в этом счастье проживали нашу прекраснейшую жизнь. И вместе помогали друг другу становиться еще более счастливее. Потому что, когда я вижу рядом счастливого человека, то я и сам чувствую еще большее счастье. То есть мы усиливаем друг друга. А если кто-то приходит несчастлив или в меньшем состоянии счастья, то приходится его усиливать, и тогда я немножко теряю счастье. В целом, когда мы будем усиливать друг друга, то это счастье будет всегда с нами. Оно будет помогать нам создавать это большое пространство счастья и любви. Поэтому давайте будем просто это делать, создавать счастье, быть счастливыми и не вестись ни на какие негативные новости, страхи, потому что те, кто хотят держать нас в страхе, они хотят нами управлять, манипулировать ложью, страхом и болью. А мы не будем на это вестись, мы будем просто продолжать быть счастливыми. Пусть это будут розовые очки, пусть это будет улыбка на лице, пусть это будет прекрасное состояние. Но в то же время счастье – это естественно. Это то, что присуще каждому из нас. Поэтому я приглашаю вас в счастье, в Академию счастья, в пространство любви и счастья, для того, чтобы быть счастливыми. Во благо, друзья. Счастья всем нам.